Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов, и я расскажу вам, какие 5 вопросов вам задаст яхтенный агент. Первый вопрос, который вам задаст чартерный агент, это где? Вы должны будете определить страну, в которой вы хотите отдыхать, и регион в этой стране, если там несколько чартерных регионов. Второй вопрос, это когда? Обычно чартерная неделя проходит с субботы по субботу. Вам нужно понять, когда вы берете отпуск, какие даты у вас будут свободны. Третий вопрос. Сколько человек? Сколько человек на борту нужно знать агенту для лучшего подбора судна именно для вас? Сколько человек? Четвертый вопрос. Это размер. Хотите вы большую лодку, на которой ни в чем не будете себе отказывать, или маленькую, где будут только ваши друзья, и вы сумеете зайти, скажем, в любой порт? Пятый вопрос. Год. Год постройки судна. Здесь интересует поновее или постарше. Хотите вы самое новое, что есть у чартерной компании, или хотите бюджетный кораблик немножечко в годах? Эти 5 вопросов. То, что нужно хорошему агенту для того, чтобы найти для вас отличное судно. До встречи!